вопрос. Я просто сейчас в Новосибирске на выставке. Мы сейчас идем именно в него. Сегодня у него выставка. А вот рынки все напряглись. Я вам расскажу здесь. Выселен на стуле. Так получается, что в данный момент это буферная зона, где все участники церемонии собираются здесь. Здесь же отсюда все и начинается. Завозят тело на прощание. Сюда ворот открывается, катафалк открывается. Тело предварительно сразу здесь в гроб дезинфицируется, чтобы доступ к этому здесь находятся люди. На тот момент, когда уезжает с тела, естественно, здесь никого нету. Металлоискатель, то, что в этой виде есть и кардиостимулятор, как правило, люди лукавят. Потому что кардиостимулятор опасен для кардиостимуляционного оборудования, поэтому мы его изымаем. Не всегда люди знают, что это. Ну и дезинфекция тоже происходит, пробы здесь. Что люди видят? Они, естественно, как правило, чаще всего что-то забыли или происходит осознание, что все-таки ну, нужно выбрать урну, или когда думают о нише, смотрят какие-то это оформление вещи в нише, а дальше то, что на церемонию и в гроб, например, там наволочка, рюш какая-то, еще что-то, ну чтобы, скажем, когда есть косметический какой-то дефект, еще что-то, чтобы задекорировать. Люди вот иногда еще сами докупают, смотрят, чего не хватает. Плюс большое количество. Здесь уже стоят только те витрины тех людей, чьи родственники посещают. Ну, в среднем они только раз в месяц приезжают или на какие-то годовщины что-то делают. И бывает, даже просят какие-то правки. Но сейчас мы уже сюда не скрываем, ничего не меняем. Но вот мы оставили таких стендов. Больше мы таких не вводим. Это даже не музейный, это какой-то, скажем, такой монумент больше. Но, по сути, здесь вот в данном случае представлены известные люди. Это оперный певец для Новосибирска, писатели. Тот, кто был участником каравана «Пикюбинас», знаете же, «Пикуль Роман». Вот тот, кто плавал на подводной лодке, он тоже здесь кремирован, и вот здесь его стенд. Я только не вижу, наверное, его сюда перенесли. Пойдем. Там, где я сейчас нахожусь, как раз находится тело Меша, пока находятся родственники. Есть пульт функционирования мейстера, иногда бывает живая музыка. Особенность данного зала заключается в том, что называется зал ночного прощания. Хоть эта услуга у нас не очень распространена, но тем не менее, вот за это время находится бытовое помещение, туалет, кухня и так далее. Когда бывает, например, знаменитый человек умирает, церемония прощания уже проходит не для родственников, а ну, для всей массы людей. И родственникам, как правило, не получается попрощаться. Либо какой-то ритуал нужно совершить. Как правило, люди профессионально, они, как правило, скрытны, либо совершают на улице, либо какое-то закрытое помещение, либо ночью. Поэтому вот такой зал у нас предусмотрен. Сейчас он у нас используется как самый основной здесь церемония прощания, где-то на 20 человек рассчитано, когда больше, скажем, 40, у нас есть для этого другой зал. Смотрим, мы с вами сейчас по нему пойдем, я вам тоже про него расскажу. Церемония прощения – это тоже основной аспект вообще всего процесса. То есть весь комплекс держится. Обязательно должен быть эмоциональный порыв, это в смысле говорит некую речь, просит участников что-то сказать, играет музыка приятная, иногда музыка по желанию. Вот там, где стоит фотограф девушка, за ней целый кабинет для священников, у них там собираются. 10 лет назад это было, ну, скажем, нонсенс, был сегодня священник сюда закреплен, сейчас их 20 обслуживают. Это отвечает на вопрос, вот раньше все спрашивали, как же относится к православию. У нас она относится очень лояльно. У нас, да, поначалу я помню, когда того священника, который был сын Владыка Тихон, но над ним все смеялись, его же. Вот эти люди, которые сейчас здесь открывают, мои коллеги, они признают, им было неловко, но вот сейчас они работают здесь, и каждый третий церемония проходит открывание. У нас бывают сложные иногда конфессии, эзиды очень сложные, мусульмане очень тоже редко. Они сейчас вот, в Новосибирске монополизируют, особенно комиссию делают сами, но тем не менее те транзитные мусульмане, которые не попадают, они тоже попадают у нас. Поэтому приходится некие вещи, хотя странно, но приходится иногда прятать, потому что православие относится ну, лояльно ко всему всему, а вот другие религии не воспринимают, не просят закрыть образ Христа, и когда у нас что-то происходит вне, ну, скажем, вне конфессиональной, другой конфессии, то мы обязательно закрываемся с иконы, то есть хотя нет, у нас их очень много. Вы обратите внимание, что у нас икона, но это не значит, что мы стараемся отнести к религии, это просто экспонаты музея, которые не попали, и, в принципе, просто сами священники попросили поставить. То есть каждый город свои какие-то традиции. В Новосибирске такое просмотровое окно, оно востребовано. У нас даже идет конкуренция. Дело в том, что
крематорий, когда будет 19 кремаций, это значит, что у нас идут двойные церемонии одновременно. Двойные церемонии, они призываются просмотр в четные часы в 10, 12, в 14, 16, 18, 20, ну и бывает 22.00. Когда двойные церемонии попадают что на одно время, это просмотровое время, и люди начинают выяснять отношения, ну, у кого право привилегии на просмотре. Поэтому мы их иногда сами выбираем, мы объясняем, что, ну, к сожалению, сегодня не сможет посмотреть. Для чего это нужно? Сначала это зародилось из-за того, чтобы люди сомневались. Вы знаете, мифы всегда, когда крематорий строится, многие придумывают сами, искусственно ли воображение человека просто развивается, что сотрудники крематория, особенно по Санкт-Петербургу, очень много мифов было, и поэтому вот они тоже такое крови изобрели. Но почему-то у них не пошло. Вот здесь пошло, что вырвали зубы и убрали принадлежности, что-то еще. Это был первый момент. Второй момент – это идеологический, когда на кладбище приезжаете, смотрите, вы же смотрите на погребение в землю до последнего момента. Здесь тоже, то есть, в принципе, у нас потребность довести все до конца. И люди хотят видеть. Стулья, кресло, которое задевается, это, конечно, не для комфорта, чтобы, знаете, как в кинотеатре, стелка удобно сейчас будет восходить. Нет, абсолютно. Это для оказания первой помощи. Потому что дело в том, что похороны – процесс эмоциональный, люди в разном состоянии, люди, которые первый раз попали на просмотр, им, соответственно, становится плохо, у них ноги не выдержат, их нужно посадить. Сама кремация длится в среднем час небольшим, мы научились в Новокузнецке, он от нас не так далеко находится, 250 км, построился он, скажем, на 2 года раньше запустился, в Новосибирске у нас удельный вес 6 тысяч пока, в Новокузнецке 8 тысяч подошли они. У них такое же оборудование, они очень быстро кремируют. На начальном этапе, когда мы запускали эту печь, мы не знали все ее возможности. Знаете, когда мы смотрим смартфон, оказывается, у него еще помимо звонка много функций, вот так же с кремационным оборудованием. То есть на нем можно, если правильно использовать, можно расширить. Первые кремации мы вообще вели по 2 с лишним часа. И сейчас мы дошли, в принципе, в зависимости от объема тела, на час небольшой, ну, скажем, час 15, и в зависимости от ситуации, да, максимум час 30, если человек слишком большой, или онкобольной, потому что опухоль горит очень плохо. По оборудованию, я так понимаю, в принципе, общее представление имеете, мы уже не будем заостряться, так что вот просто про сам процесс. Вот это полностью будет основная часть людей, все будут заходить оттуда. Откуда мы с вами зашли, это будет уже служебное помещение. А здесь люди будут собираться, это некая будет фоновая зона, и выходить на залы прощания. Вот справа, слева они затормированы, там будет один зал, мы с вами прошли, и будут попадать туда. Здесь только предполагается трапезная, либо, ну, полностью комплекс есть. Сейчас мы с вами пришли уже к основной части, сейчас здесь у нас будет, скажем, награждение общее, да, поэтому я передаю слово Дмитрию Сергеевичу Евсину, пожалуйста. Друзья, пожалуйста, повторите, вот так полукруга встаньте, чтобы вам экран начать наш форум. И сегодня мы подведем итоги такого небольшого конкурса. У нас были заявки, мэрия предложила нам наградить такими вот призами и дипломами предприятия из городов России, и нам подали заявки. Из этих заявок жюри отобрало 5 лучших, скажем так. Очень было сложно определиться, кто же действительно лучший, потому что все предприятия действительно интересные и предоставляют услуги, и обслуживают кладбище, и продукцию производят. Вот. Но тем не менее, нам пришлось выбирать, и вот из 5 организаций мы сейчас назовем победителей. Третье место в конкурсе лучшей организации сферы виртуальных услуг — компания «Авахова списка». Второе место в конкурсе лучшей организации сферы виртуальных услуг 2018 награждается служба МГУ, служба городских кладбищ, город Томск. Спасибо. Первое место в конкурсе награждается Похоронный дом «Реквием».
Кроме Домрека, где здесь? Нету здесь. Вот так. Вот первое место и нету. Но тогда мы и не передадим. Дипломом за участие в конкурсе лучшей организации сферы ритуальных услуг Сибири «Ритуал 2018» награждается ИП «Николаева» и ИП компания «Негрополь». Спасибо вам за участие. И также награждается дипломом компания «Академ Ритуал» ИП «Расумов». Ну что, друзья, пришло время прощаться.